«Синий трактор» представляет! Возят трактора. Почтальоном я сегодня поработаю с утра. Посылку достаю, и веселому мышонку я посылку отдаю. Интересно, а что же прислали мышонку? Посмотрим. Ого! Да это же сыр! Пока, мышонок! Еду, еду, еду я. Я посылку достаю, и веселому лисенку я посылку отдаю. Что же прислали лисенку? Посмотрим. Ого! Какая большая рыбка! Пока, лисенок! Еду, еду, еду! Я посылку достаю, и веселому совенку я посылку отдаю. Где же посылка для совенка? А, вот она! Открывай, совенок! Ого, какое классное новое гнездо! Пока, совенок! Еду, еду, еду я! Ждут посылочки, друзья! Посылку достаю, и веселому зайчонку я посылку отдаю. Что же прислали зайчонку? Вот это да! Какая большая и вкусная морковка! Класс! Пока, зайчонок! Еду, еду, еду я! Ждут посылочки, друзья! Я посылку достаю, и смешному медвежонку я посылку отдаю. Что же прислали медвежонку? Показывай, Мишка! Ничего себе! Какая большая бочка меда! Пока, медвежонок! Еду, еду, еду!
посылку достаю. И веселому ежонку я посылку отдаю. Что же прислали ежику? Посмотрим. Ого! Ежику прислали большой гриб. Пока, ежик! Еду, еду, еду я. Ждут посылочки друзья. Еду, еду, еду. Еду, еду, еду. Опоздать никак нельзя. Кто придумал, что посылки не развозят трактора? Всем зверятам я посылки вовремя развез! Ура! Ой, а тут еще посылка. Интересно, для кого? Синему трактору? Для меня? Так, посмотрим, что же мне прислали. Какая классная канистра для тракторов!